Что, друзья, всем день добрый. Сегодня у нас на обзоре будет магнитола для Porsche Cayenne. Артикул PF955L12P3. Она, соответственно, вот так вот у нас выглядит. Здесь у нас имеются все крутилочки. Все по-штатному. Source, Sound, Media, телефон, приложение, основная машина и навигация. Все это дело у нас шикарно работает. Здесь выполнено. Очень классный пластик используется, через который прям здесь есть насечка для того, чтобы пальцы ваши не проскальзывали. Звуки тоже классные. Вот так выглядит сама магнитола. Это у нас начальный наш экран. Здесь у нас в приложении переходим. Здесь уже установлены с завода YouTube и разные приложения для того, чтобы уменьшить ваше время на подготовку магнитолу. Но также мы собираем магнитолу полностью. У нас на лице Яндекс.Навигатор. Все приложения, которые первоначально нужно, они у нас уже есть. Это магнитола 628. Здесь есть CarPlay, здесь есть 4G модем, есть сим-карта. Все это дело шикарно работает. На постоянке можно использовать интернет. Вот у нас здесь есть палки для того, чтобы мы видели отображение. Также здесь есть шторка. В шторке у нас можно сделать экран поярче. Отсюда же можем перейти в Wi-Fi и подключиться, например, к нашим каким-то сетям. Но я этого делать не буду, смысла от этого мало. Перейдем лучше в настройки. Настройки. Вот так вот они у нас выглядят. Здесь их много. Напишем о системе. Платформа TS10, 8 ядер, 128 гигабайт внутренней памяти, 6 гигабайт оперативной. Кому что надо, здесь можете остановить, посмотреть получше. Разные настройки по машинам, по камерам, по голосовому помощнику, заводские настройки там по выбору кана. Что у нас здесь еще есть интересного? По музыкальный плеер. Здесь отсюда же можно перейти в эквалайзер. Эквалайзер здесь с DSP. Есть все временные задержки, есть широкий эквалайзер. Есть также регулировка по срезам, по низким частотам. Видео у нас выглядит вот таким образом. Сейчас мы это делаем побольше. Вот такая вот картинка. Пропадет. Шикарно выглядит. Навигация здесь у нас стартует штатная. Но также здесь можно это все дело поменять на Яндекс.Навигатор в настройках. Так она выглядит. Для того, чтобы подключиться к CarPlay, мне необходимо подключиться по Bluetooth непосредственно к магнитоле. И дальше он сделает запрос, нужен ли вам CarPlay или нет. Это если у вас iPhone, если у вас Android, то это будет Android Auto. Кому как, у кого какой телефон. Такая магнитола поддерживает все выводы. Можно подключить сюда хоть круговой обзор, хоть камеру переднего, заднего вида. Смотря от вашей комплектации. Если у вас есть все штатное, то штатка вся переносится непосредственно вот сюда. Так, друзья, такая вот магнитола. Шикарно выглядит. Сзади у нас присутствует вентилятор. Есть оптический разъем. Подключение всех антенн. Подключение доп-фишек. Доп-фишки все идут в комплекте. Я их показывать в данный момент не буду. Но все это дело имеется. Полный комплект. Не хочу растягивать видео надолго. Давайте еще быстро покажу радио. Соответственно, радио можно сделать вот так. Сохранять, например, удерживаем, раз, сохранили, и все, и перемещаемся. Вот так. Такая вот красота. Так, друзья, все. Всем пока.